Примерно столько же, ну, лет 10, да, в Италии провели, ну, наезд, да, когда ваша мама была замужем за итальянцем. А вот ваш отчим, вы когда его последний раз видели, что с ним стало? Ведь разошлись, да? Мама с отчимом разошлись, но у нас с отчимом очень хорошие отношения. Буквально, наверное, месяца два назад он прилетал в Москву. Каждый раз, как он здесь, мы каждый раз встречаемся, ходим на ужины. Я вспоминаю итальянский. Вот, но он и по-русски в совершенстве говорит очень хорошо. Он говорит по-русски хорошо, он говорит, да? По-русски, он архитектор. Вот, и он работает и в России. С ним в Москве? В Москве. Она работала, я не знаю, помните ли вы такой магазин, «Березка» был. Ну, а как же, да, вот. Валютный. Да. Да, валютный магазин, да, и там сейчас работала моя мама. Да. И вот как раз тогда, в те совковские времена, они познакомились, и, значит, он влюбился с первого раза, стал часто приезжать в Москву, все звал ее, звал, а она долго отказывалась, потому что не хотела меня оставлять. А тогда были проблемы очень большие, да, как вы помните, было. Не пускали за границу, ей чудом удалось, меня нет, уже все понимали, что перевезут, поэтому вот долго я... А у него дети были от предыдущих браков? Нет, у него только сейчас, 5 лет назад, появился сынок, вот, вылитый он, 50 лет. Брат. Да, ну, да, так да, вот, да, в общем, да. Можно сказать, 50 лет у него появился первый ребенок, замечательная Александра. А, вообще, я ему, конечно, за многое благодарна, отчиму. А как его зовут? Его зовут Дженни. Дженаро. Я ему очень благодарна, потому что мое образование – это он, потому что очень многие качества он мне привил. И вообще, так как я прожила в Италии, мы прожили на очень красивом острове Капри долгое время. Вот, очень знаменитый остров, и я успела их посмотреть. И людей, и жизнь красивую, и тогда я была совсем маленькая, да, но все равно все это было, конечно, интересно, и сейчас ему спасибо большое за все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».